Никого и на свете.
Безумно рады снова быть здесь, стоять на этой сцене, быть в вашем городе. Не были мы здесь почти 4 года, в общем, очень давно, очень соскучились и очень благодарны вам всем, что вы выбрали именно нашу компанию для того, чтобы провести сегодняшний вечер. И мы, в свою очередь, сделаем все, что от нас зависит, и даже постараемся чуть больше для того, чтобы ваши ожидания оправдались, чтобы вы ушли с сегодняшнего нашего концерта, наполненные самыми светлыми, теплыми эмоциями. Мы вам привезли программу, которую собрали из наших любимых композиций, из нашего репертуара. Я очень надеюсь на то, что мы с вами совпадем в вкусовых предпочтениях, и вы услышите сегодня свои любимые песни. Начали мы с одной из, на мой взгляд, самых красивых, может быть, это не скромно, но это действительно одна из самых красивых песен на свете, мне кажется, и тем замечательнее и приятнее, что она наша русская, народная, очень старинная, очень светлая, про мечты, про то, как важно мечтать и обязательно загадывать добрые желания, они обязательно будут сбываться. И следующую композицию, которую бы мы хотели вам исполнить, это тоже композиция, которая имеет для меня огромное значение, потому что, во-первых, это наша первая авторская песня, с нее началась история написания авторского материала. Это был альбом «Тропы», и текст к авторским песням писала моя мама. А музыку вот Белла Сергеевич Дешура вместе со своей гитарой. Пожалуйста, поприветствуйте вас большое. Наш музыкальный лидер и человек из-под пера, из-под рук, которого выходят все наши аранжировки. В общем, самые мои любимые люди начали несколько лет назад тогда писать авторские песни. И, конечно, это огромная ответственность с одной стороны, с другой стороны, огромное счастье исполнять композиции, которые написали близкие тебе люди, потому что чувствуешь все нюансы, все тончайшие эмоции, которые вложены в материал. И вот эта песня, которая называется «Мамина босанова», она, помимо того, что очень красивая, просто сама по себе, она еще и написана на такую очень важную для меня, и я думаю, что для всех вас, тему, как малая родина, наше детство и то, в каких людей мы превращаемся с возрастом, со временем, и как важно, наверное, понимаешь это лучше всего только, когда уезжаешь со своей малой родины, но если есть возможность чаще приходить, возвращаться на те места, которые помнят нас настоящими, такими, какими мы были в детстве, в юности, приходить на эти места силы и набираться этой силы, и вспоминать, какие мы на самом деле есть, и что в нас изменилось, и что нужно вспомнить. Вот об этом, обо всем эта композиция, а также, конечно же, о наших близких людях, и о том, как важно говорить им хорошие, теплые слова о том, что мы чувствуем по отношению к ним, пока они еще вместе с нами. Мамина босанова. Зудит весна, но ты
Композиция, еще один такой наш шлягер, не побоюсь этого слова, это народный наивный романс, композиция с очень интересно написанным текстом, с такой, ну, достаточно ироничный этот текст, но при этом про любовь, как и в классическом романсе, все главные рифмы соблюдены, розы, слезы, кровь, любовь, все, все есть, но вот при этом, как я уже сказала, с такой очень приятной самоиронией. Композиция, которая называется «Розы». Thank you.
Спасибо, друзья. Следующая композиция, она впервые прозвучала в нашем исполнении в программе, которая называлась «Вишневый сад». И это тоже одна из наших, из моих, признаюсь честно, любимых народных песен. Она такая, знаете ли, очень женская, но я думаю, что и мужчинам тоже должна понравиться, потому что, в принципе, тема, которая в ней затронута, она не имеет, наверное, какого-то гендерного признака. Но вот эта конкретная композиция, она очень уж такая про женскую любовь невероятную, всепрощающую, всеобъемлющую. И самое главное, что, несмотря на то, что песня грустная, она все-таки имеет надежду на светлое будущее, на свет в конце тоннеля. Нужно всегда об этом помнить, что как бы ни было тяжко, обязательно все будет хорошо. Просто нужно подождать. Композиция, которая называется «Тихий омут». Одинокой грустной малой.
Прекрасно. Следующая композиция – это романс. И тоже особенную роль этот романс сыграл в моей судьбе творческой, потому что пою я этот романс с очень раннего возраста юного. И, безусловно, когда только-только я начинала его исполнять, мне было, не знаю, лет 8, помните, да? Лет 8 мне было, и я, конечно же, пела про любовь от души, от всей своей 7-летней. Мне казалось, что я все понимаю. Потом, естественно, начался подростковый возраст, тогда я вообще все поняла, конечно же. И вот, в общем, сейчас уже 32, романс этот я все еще пою, и каждый раз понимаю все больше и больше, и каждый раз совершенно удивительные есть свойства у этого романса, потому что он действительно заставляет вместе вот с тем, как меняется жизнь, как меняется судьба. Этот роман заставляет тебя проживать заново, по-новому, и находить в нем какие-то новые нюансы, которые впечатляют во время исполнения меня, и я надеюсь, и наших слушателей, и зрителей тоже. Поэтому мне кажется, что это настоящее свойство такого шедевра музыкального. Этот романс написала женщина очень давно, Мария Пуаре ее звали. И он, на самом деле, тоже, на мой взгляд, один из самых красивых, удивительных, прекрасных, романтичных. Романс, который называется «Я ехала домой». Красавица, заряни меня.
друзья. Ну что, теперь совсем другое настроение и совсем другой жанр русской песенной культуры музыкальной. Это казачьи песни, это тоже отдельная наша любовь. И хотя, по идее, вот у меня нет казачьей крови, но мне кажется, что просто я чего-то не знаю, потому что ну, что-то должно быть. Настолько сердце мое всегда откликается и на казачий материал, на то, как поют казаки, если они поют по-настоящему, и казачьи хоры, и солисты, в общем, все мне нравится в казачьем фольклоре. Самое главное, я чувствую эту энергию, которая, конечно, ни с чем не сравнима, ни с какими другими песнями. И вот эта композиция, которую мы сейчас споем, я надеюсь, причем споем вместе с вами, не стесняйтесь, не переживайте, потому что песни русские, они должны петься от души, как вот как Господь на душу положит, так и надо петь. А? Ну, спасибо большое. Ну, как мы все, собственно. Вот, поэтому такая походная казачья песня, очень тоже атмосферная. Называется она «Когда мы были на войне». No!
Ну что ж, продолжаем нашу казачью тему. Еще один романс, ну, романс казачий. И услышали мы его много-много лет назад в исполнении наших больших друзей. Фолк-театр Забайкалья они сейчас называются. Живут они в Чите, в Забайкалье. И вот, собственно, они поют так, как, мне кажется, должны петь настоящие казаки, настоящие мужчины, настоящие женщины. Поэтому послушайте, сейчас у нас интернет есть, можно в свободном доступе это все найти. Это не так сложно. Наберетесь тоже удивительной совершенно энергетики. Так вот, в их исполнении мы услышали впервые эту композицию, этот романс. Только он пелся всегда до этого от мужского лица. И вот как-то маме пришла в голову светлая идея переделать немного, всего лишь одно слово, но после того, как мы это сделали, совершенно, на самом деле, поменялся смысл и, на мой взгляд, стала еще более драматичной эта композиция. И вот сейчас я даже наблюдаю, как другие певицы поют уже от женского лица. Я знаю, кто это придумал. Так, не для тебя. Тебя придет весна, не для тебя дон разольется, и сердце девичьи забьется с восторгом чувств не для тебя.
Следующая композиция. Опять мы вас... У нас контрастный душ из песен и настроения. Грустная, веселая, тихая, громкая. В общем, сейчас и веселая, и громкая, но с небольшим нюансом, совершенно непонятный текст. И дело не в моей дикции, а в том, что очень красивый распев музыкальный, который делает совершенно вот неясным слова. Но я вам сейчас краткое изложение изложу. Значит, песня, потому что так интереснее будет слушать, песня про то, как девушка полюбила парня, пригласила его к себе, с утра его будет, говорит, ну, все твои товарищи-то уехали, а, видимо, она его попозже разбудила, поэтому, значит, ты у меня остался. И таким образом, дальше как бы автор умалчивает, но мне кажется, что это песня, в принципе, о начале прекрасной семейной жизни. Thank you.
Спасибо, дорогие. Так, теперь еще один момент, по которому, если вы были у нас на концертах до этого, я думаю, что, может быть, даже соскучились, потому что это совершенно волшебный и удивительный момент слияния наших душ, слияния наших голосов, наших светлых мыслей. И я твердо уверена в том, что если мы все с вами по-настоящему объединим нашу энергию и пошлем запрос с тем, чтобы все было хорошо у нас всех, то все так и будет. И вообще, вы знаете, мне кажется, что в наше время мало моментов, когда мы можем действительно по-настоящему, честно и с удовольствием почувствовать себя не какой-то единоличным каким-то индивидуумом, а действительно частью, маленькой частью чего-то очень большого, светлого, хорошего. И мне кажется, что вот то полотно, которое рождает наша русская культура, когда мы исполняем ее все вместе, это совершенно удивительное полотно энергетическое. Давайте мы все вместе сейчас попробуем это сделать. Опять же, как я уже говорила, не стесняйтесь, вы никому не помешаете. Наоборот, когда есть возможность собраться родным людям и попеть вместе, это совершенно удивительный момент, не надо его упускать. Будем петь? Отлично. Thank you.
дорогие. Ну вот, правда, удивительное совершенно ощущение, когда все поют. Это что-то, что-то с чем-то волшебное совершенно. Спасибо вам большое за то, что мы вместе пережили этот момент. И еще один момент, который я предлагаю пережить всем вместе, и тоже наверняка не балуют вам, вас другие заезжие артисты такой развлекаловкой, а у нас она есть — антракт. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы готовы начинать наше второе деление. Я надеюсь, что антракт прошел удивительно весело. Ну и композиция тоже удивительно веселая, удивительно позитивная, с которой мы бы хотели начать. «Вишня белоснежная». Параллель.
такой позитивной композиции. Следующая композиция, без которой, в принципе, не обходится ни один наш, пожалуй, сольный концерт, вне зависимости от программы, которую мы привозим, потому что очень уж она на концертах хороша. Эту композицию мы собрали из двух песен. Честно скажу, не все слова понятны, но общий настрой и общая энергетика очень понятна, ясна и приятна, потому что это цыганские песни, и мне кажется, что всем нам время от времени близка эта мысль о том, что «ах, дайте мне тройку серопегих и уеду в закат или в зарю, и чтоб душа свернулась и развернулась». Вот, в общем, об этом обо всем, цыганские композиции, и в конце я всегда жду момента «Ай-нэ-нэ-нэ-нэ», потому что его можно подхлопать, подпеть. Спатуха, спатуха.
Друзья, и продолжаем песни на незнакомых языках. Следующая композиция на аргентинском языке, и попала она к нам в репертуар совершенно удивительным, практически случайным образом. Несколько месяцев назад, в сентябре, наверное, где-то, мне позвали на голос, но не как обычно, посидеть, выбирать. Говорят, давай-ка ты в качестве сюрприза вот споешь, как будто ты участница. Я потеряла сон на 2 дня, на 2 суток. И, значит, быстренько выучила вот эту композицию. Про нее я вам тоже обязательно должна рассказать, потому что у нее очень интересная история. Жила-была в Аргентине девушка, которую звали Альфонсина. Она действительно существовала и была такой важной фигурой творческой для Аргентины, писала очень красивые стихи. И вот после того, как ее возлюбленный погиб, она пошла и ушла в море, написав перед этим замечательное стихотворение. Вот об этом, она у них там прям национальная героиня, об этом написана эта композиция, очень красивая, называется она «Альфонсина и море». Ну, собственно, понятно, про что. Грустная, но очень красивая. Por la mandarina que la belma sabe que un sendero solo de penas y
Композиция, она тоже называется «Вишня», как и песня, с которой мы начинали наше второе отделение. Но она совсем другая. И у нас проходит между собой под кодовым названием «Вишня диско», потому что аранжировка у нее такая диско, она танцевала. А я переодеваться буду. Все забыли. Тогда я пошла, но вы тут не будете скучать, обещаю, к тому как. Я вас оставляю в очень надежных руках молодых людей, мужчин из группы «Пелагея». Давайте мы их еще раз, потому что они тоже волнуются, конечно же, без меня, со мной приятно. Так вот, они на самом деле удивительные совершенно ребята. И сейчас вот Александр Савиных, который мягко напомнил о себе. Он, собственно, будет солировать и практически творить невозможное, потому что играть конкретно на бас-гитаре и петь, и еще и плясать, и бородой расчесанной трясти, это все вместе, это делать одновременно очень, очень непросто. Поэтому, пожалуйста, оцените, поддержите. Тем более, что песня тоже будет максимально вообще драйвовая, энергичная. Это песня, которая называется «Прилушку». Так что, пожалуйста, группа «Пелагея»!
все по следам. По следам твоего успеха, Александр, иди сюда, будем петь еще с тобой вдвоем, а все остальные будут молчать, а? Что? А, спасибо. Так вот, у нас с Александром есть еще один залп юмора, облаченный в русскую народную песню, народной мудрости. Подсказывай. Что еще рассказать про эту песню? На самом деле, действительно, композиция, в которой заключен очень мощный совет. А что у нас там? Почему у нас пустая бутылка стоит? Вот. Это и не я. Ну ладно. Так вот, значит, настоящий и очень стоящий совет, я бы сказала, из глубины веков, так сказать, от наших предков, который актуален и поныне, и боюсь, что и будет еще, и еще, и еще. Не слушают этих советов молодежь, а зря. Вот, песня называется «Лучше б знал я, утопился». А лучше б знал я, утопился, чем это рано я. Небольшая авария. Очень Павел Сергеевич наш старался, аж струна провалась. Понимаете? Да. Поэтому начинается вечер анекдотов. Таким, а что у нас? А, ой, я пока расскажу, может быть, про следующую песню. Вообще, сколько надо мне рассказывать историй? Много ли? Одной? До утра. До утра? Я готова. Мы в Курск только завтра. До пятницы я совершенно свободна. Ну так как дела? Алла Павел Сергеевич, очень-очень быстро меняет струны. Так, и мы готовы к тому, чтобы сыграть тоже очень веселую композицию. Называется она «Старики». И она... Правильно? Неправильно. Да что со мной такое? И на старушку бывает проружка. А что? А к чему? Это та песня, про которую... Я просто уже про нее рассказала, и у меня ощущение, что я ее испела. «Вишня». «Диско-вишня», ребят. «Диско-вишня». Значит так, про нее тоже надо отдельные несколько слов, потому что там, ну, очень интересный текст. Значит, такой сюжет. Девушка
Видимо, замужем за мужчиной чуть старше ее, потому что он в песне проходит как старый черт. И, значит, она пошла в ночь гулять. И тут, видимо, чуть подзабыла о времени. И, значит, стук-бряк, а в сенях старый черт спрашивает: где ж ты, мать, пропадала? А она ему говорит: а я вишню сажала. Так что, девочки, имейте в виду. Неплохой ответ. Диско-вишню, поехали. Песня, которая называется «Старики», и в ней тоже, в общем, рассказывает нам такое письмо из прошлого, как мы раньше умели отдыхать, а мы и сейчас можем кому угодно фору дать. «Старики». We'll be right back.
Спасибо. Следующая композиция удивительной красоты песни, и пусть она не является народной, потому что у нее есть замечательные, слава Богу, здравствующие, и дай Бог им долгих-долгих лет жизни, и еще много-много таких удивительных песен написать. Есть у нее авторы, но при этом, во-первых, мне кажется, что через какое-то время, может быть, очень длительное, но эта песня вполне может считаться народной. Во-вторых, даже я сама грешным делом сначала думала, что она не имеет конкретных авторов. Настолько она честная, правильная, настолько она написана об очень сложных вещах. Сложных даже не в смысле трудных, а в смысле сложенных из очень разных эмоций, об очень важных вопросах, которые рано или поздно задает себе, я думаю, каждый человек, который живет на нашей земле. И самое главное, помимо этих очень красиво сформулированных вопросов, в этой песне есть и ответы. И вообще, я думаю, что эти ответы, они рядом с нами, на такие вопросы, почему вот мы такие, какие мы есть, почему у нас такие отношения, не знаю, с соседями, с самими с собой, почему мы не всегда гордимся друг другом, а иногда даже стесняемся. И вот на самом деле ответы лежат очень близко, очень рядом, и если не хватает вдруг чувств любви и гордости за то, что мы живем здесь, достаточно выехать и посмотреть, какая невероятно красивая у нас природа, сколько в ней силы, сколько в ней мощи. И совершенно с нашей стороны, мне кажется, глупо не питаться и не брать силу этого невероятного источника. Наша культура, музыкальная литература, наш удивительный язык, который ни в коем случае не стоит упрощать и чересчур наполнять, мне кажется, какими-то заимствованными словами, потому что он тем и прекрасен, что он невероятно богат, и только мы с нашей невероятно многогранной душой можем именно посредством нашего замечательного, могучего языка, тоже невероятно богатого, как-то вообще выразить свои мысли, свои чувства, свои эмоции. И вот то, о чем я говорила, прежде чем мы с вами спели удивительным совершенно образом «Ой, да не вечер», о том, что мы все можем с вами чувствовать себя действительно частью чего-то большого, очень красивого, удивительного, совершенно уникального. И это все наша земля. Давайте будем гордиться друг другом, не стесняться, а знать, что мы самые удивительные, таких, как мы, больше нет. И только в наших силах сделать так, чтобы мы были только лучше и каждый день становились лучше себя вчерашнего. Действительно, вот наша корневая культура, она очень помогает в таких поисках и в поисках ответа на эти вопросы. И вот сейчас я хотела бы, чтобы мы вместе с вами снова объединили свои души, свои голоса и спели эту замечательную песню. Она, правда, об очень хорошем. Давайте пожелаем друг другу, чтобы этот год хлебород был замечательным, урожайным во всех смыслах этого слова, чтобы главное было мирное небо над головой. Пожелаем друг другу света, здоровья. И вот с этими мыслями попоем. Да? Выйду ночью в поле с конем.
Спасибо вам, дорогие, спасибо огромное за цветы, за ваши улыбки, за ваши аплодисменты, за то, как вы внимательно нас слушаете и за то, как реагируете на все те эксперименты, которые мы вам показываем. Нам это очень важно и нужно. И вообще, если бы не вы, мы бы никогда не испытывали этих удивительных эмоций, которые испытываем, стоя перед вами. Спасибо вам большое. Еще раз хочу спасибо вам сказать за то, что вы сегодня все пришли к нам. Мы будем очень ждать нашей следующей встречи. Ну а сейчас у нас есть еще одна песня, которую, я надеюсь, мы споем опять же вместе с вами. У нас получился сегодня чудесный совершенно сборный орловский хор, на мой взгляд. Я не знаю, я бы повернулась много-много раз. И сейчас все вместе давайте споем песню про любовь и, главное, про тыри-дыри. Казак! Шел казак на повывку домой, шел лесом дорогой прямой.
у нас есть восхитительная композиция. Она как бы специально для этого написана. Она, собственно, совсем скоро у нас уже закончится. Это долгая, нудная зима. Будет прекрасная весна, за ней чудесное лето. Но в зиме тоже есть свои плюсы. И один из таких плюсов, например, чудесная обувь наша, которая называется «Валенки». Пошли ты, старики, ну! Старики, старики, ну! Старики, старики, ну!